Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Мы находимся вот в станице Дмитриевская, скандально известное хозяйство на сегодня, фермерское хозяйство Маслова Николая Николаевича. И вот мы находимся на печальном этом скандальном участке Башкатова Володи, Владимира и Натальи. Вот Владимир Николаевич сам работает на тракторе, сам опрыскивает. Пытаемся спасти то, что посеяли. Сходы очень низкого качества, сорняки ее душат, кукурузу, значит. Ну, пытаемся спасти ее. Я надеюсь, что хотя бы затраты здесь возможно было бы вернуть. Не говорится вопрос о получении прибыли. Хотя бы вернуть затраты свои. Поскольку мне, Маслову Николаю Николаевичу, суд наш продажный, совершенно какой-то непонятный, не суд, а судилище, судья Жеребор, своими незаконными судебными актами мне запретил принимать участие в обработке этой земли, моему сыну запретил, на сегодня мы не можем тут участвовать, технику нас арестовали, но нам вот приходится выходить из положения. Вот таким образом вот трактор дали Володе Башкатову, он сам обрабатывает, пытаемся спасти кукурузу. Вчера к нам сюда, в станицу, приехали представители Татьяны Николаевны Москальковой. Непосредственно сотрудники вот московского аппарата, уполномоченного по правам человека. Ближайшие как бы помощники Татьяны Николаевны, мы вчера с ними заседали. Они очень внимательно вникли, внимательно нас выслушали, собрали все материалы и отбыли в обратном направлении. Присутствовали на встрече, значит, прокурорские сотрудники района. Ну, честно сказать, у меня впечатления остались от них. Они посидели, головами покивали и даже пару сорта не выпустили. Ничего даже не ответили, уехали. Кадр не попал, он ведет съемку. Малыхин Сергей Александрович, это мой главный свидетель. И, в общем-то, мы на сегодня стараемся держаться все вместе, потому что защита вот наша, это наша публичность. Тоже в роликах не надо говорить, что мы специально пиаримся. Мы совершенно не пиаримся и совершенно не хотели быть во всяких роликах. Если бы нам не мешали бы заниматься, работать, и не было бы прямой угрозы жизни и здоровью нам и нашим семьям. И я надеюсь очень, что последуют, ну, серьезные административные решения не только ради нас, спасения нас, а вообще по всей стране. Это надо прекратить. Народ надо вернуть в село. Надо прекратить препятствовать крестьянам работать на этой земле.